Вау, всем привет, топчики, с вами Димон Бро, и сегодня у нас будет реакция на новую анимацию доктора Хака. Сначала вам хочу сказать о игре с демо-версия Super Dark Deception. Мне эта игра понравилась, и как раз скоро премьера будет. Но, блин, она там сложная, ее первый уровень пройти за одну попытку – такая редкость. Короче, убегаешь ты от обезьянки в другую сторону, а там-то, оказывается, еще одна обезьянка бегает. И все, они две обезьянки, и я стою посередине. Они, короче, меня зажимают и все, умирают. И вот сложно так игру проходить, потому что нужно тратить много попыток. Да. Хорошо, что они вообще есть, а так бы я не прошел. Ну ладно, я прошу там за две попытки один уровень. Да, я смог как-то все же до записи пройти один уровень на одну попытку. Но потом меня манки-повар убил. Ну и так, оказывается, за две попытки. Ну а так игра норм. Ладно, продолжаем. Игра не против маньяка, а против Пенни. Смешная анимация, часть 255. Смотрим. Видим, что Анжела зашивает руку Гренки. Ушли несколько дней назад и так и не вернулись. Куда они могли отправиться? Мама, пожалуйста, не двигайся, иначе швы будут кривыми. Ты им хоть звонила? Я звонила тебе, но ты не отвечала. Я про братьев и папу. Не тупи. И они тоже не отвечали на звонки. Готово. Рука пришита. Спасибо. Я не сомневалась, что у тебя получится. Теперь нам нужно найти способ как-то связаться с братьями и дедушкой. Маньяк, просыпайся скорее. У нас много незаконченных дел. Что ж, раз ты не хочешь просыпаться по-хорошему, значит, будет по-плохому. Да вот. По-плохому пёрнуть под нос. Мои методы меня еще никогда не подводили. Боже мой. Чем так жутко воняет? Будто кто-то сдох неделю назад. Быстрее приходи в себя. Нам нужно срочно искать дедушку и братьев. Они пропали. А я пока поищу дробовик дедушки. Уверена, что он пригодится. Кто же ломится в дверь? Неужели вернулись? Привет, бабуля. Давно не виделись. А, Пенни вернулся. Да, злой Пенни. Вайс. Ну, все. Да, недолго, конечно, идет анимация. Ну, в общем, в скором ждите третью часть проекта Evil Nun The Broken Mask. Ведь там, что, там будет добавлена новая локация, где как раз Филиппа завозит одежду туда, отправляет им как раз детям из прачечной. Ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.